Всем привет, снова с вами Панцер. И пока я тут стою, решил записать еще одно видео из пробки, так сказать. И на этот раз тоже про магазины, но про интернет-магазины. То есть, как я уже делал ролик про эластичную муфту, то есть нужно было купить, поспрашивал ребят в Приднестровье, тех бушной нормальной не оказалось. Так что все равно все свелось к тому, чтобы покупать новую. В наших магазинах и поставщиков как-то ничего нету, ну, по крайней мере, там, где я спрашивал. Поэтому обратился к интернету, нашел ресурс Автопром.ua, по-моему, называется. Я так понимаю, что мониторинг по разным интернет-магазинам, и где предложен выбор, как бы, запчастей. Да, муфты там, конечно, были, причем разлет цен очень серьезный, то есть минимальная, что было под 900 гривен, максимальная там 6 с копейками тысяч. То есть непонятно почему, как бы с одной стороны понятно, то есть есть именно тойотовские муфты, а есть, по-моему, мне ее уже прислали, Fabest. Написано, что это Германия, но как бы мне, как мне уже объяснили, это нихера не Германия, какая-то китайская подделка. Вот, ну не суть, теперь я знаю, тогда я когда заказывал, я в этом еще ничего не разбирался. Поэтому я остановил свой выбор на том, что, во-первых, ближе в Николаеве, во-вторых, как бы написано Германия, я человек доверчивый. Германия, значит Германия. То есть заказал, мне позвонили, попросили 100 гривен предоплаты за транспортировку, ну как бы это понятно, чтобы туда-сюда, если деталь будет ходить, то есть само собой там 100 гривен она бежит. И в принципе на следующий день мне ее уже отправили. Через день она была у Гуличевски, и я приехал ее, собственно, забрал. Что говорит о том, что это удобно. То есть реально не надо нигде бегать. Единственная проблема в том, что надо разбираться, что ты покупаешь. А ввиду того, что я как бы не сильно разбираюсь, то как бы для меня этот вариант хоть и удобный, но на самом деле не сильно практичный. Вот такая вот история. Но в целом, именно вот сервисом я доволен. То есть все работает, без каких-то претензий никаких. То есть все, как сказано, в течение там пару дней тебе все прислали. Вот такая вот история. Так что, если кому надо запчасти через интернет в Украине, то есть Автопром.ua, как-то так. Ну, у меня на сегодня все. С вами был Панцер. Пока. Thank you.